А что, я на постоянке, вы не имеете?
Все остальные
или выполнены, или находятся в третьем квартале. Депутаты отчитаются подробно, председатели комиссии об этом отчитаются. Вот. Ну, что еще можно сказать? Відповідно до пункта 7 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування України, регламентом міської ради, слухавшись від секретаря міської ради, Теплодарська міська рада вирішила. Звіт секретаря міської ради Бігунова при виконанні плану роботи Теплодарської міської ради за перше півріччя 2016 року прийняти до відома. Ми його приймали, цей план, на сесії, яка відбулася 24 грудня. Да, ми приймали його 24 грудня 2015 року. Тобто всі комісії його бачили. Предлагаю прийняти. Проголосувати. Да. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Отримався. Запитання? Хто за дане рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Отримався. Рішення прийнято. Друге питання. План роботи Теплодарської міської ради на друге півріччя. Тут я назову, потому что не все комиссии это смотрели. Значит, первое, это вопросы, которые будут выноситься на рассмотрение. Про готовность коммунального господарства до работы в осенне зимний период 2016-2017 года. Это будет отчет в третьем квартале. Про хід виконання рішень міської ради, контроль за виконанням яких покладено на постійні депутатські комісії. Це в четвертому кварталі відчитаються депутати, председателі комісії за ці питання. Звіт депутатів міської ради перед виборцями положено на четвертий квартал. Про хід виконання програми соціально-економічного розвитку в четвертому кварталі Чупринетко буде доповідати. Про хід виконання міського бюджету за 2016 рік. Предварительні результати. Це Одаріч буде Світлана Петровна доповідати у четвертому кварталі. Про хід виконання міських програм у 2016 році. Це питання міського голови. І про бюджет міста Теплодар на 17 рік ми будемо з вами приймати у четвертому кварталі. Це теж Світлана Петровна Одаріч буде доплачена. Якщо є ще якісь пропозиції, виносимо. Хто за дане рішення взяти за основу? Хто за? Хто проти? Отримався. Пропозиції повністю запитання. Хто за дане рішення в цілому, прошу проголосувати? Хто за? Хто проти? Отримався. Рішення прийнято. Слідуюче. Чупринетко Тетяна Васильівна. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення будинкового комітету генерала Плієва 14 в межах будинку номер 14 по вулиці генерала Плієва в місті Теплодар. Значить, подані всі документи. Ну, я перед цим скажу, що було розроблено відділом соціальної виконкової, було розроблено і прийнято методичні рекомендації по порядку створення органів самоорганізації населення згідно закону України про органи самоорганізації населення. Значить, буде ініціативною групою було подано заяву з усіма необхідними документами. Значить, вони створюють на спочатку, це буде створення будинкового комітету генерала Плієва 14 як не юридичної особи, а вже в подальшому буде видно, як вони для цього, щоб його створити, ми повинні, згідно закону про органи самоорганізації населення, сесія повинна надати дозвіл на створення, і потім вже буде легалізація або шляхом повідомлення, або шляхом державної реєстрації. На даний момент, якщо сесія дає добро, то це буде легалізація шляхом повідомлення, тобто без статусу юридичної особи. Хто за дане рішення? Це для запитання. Ви сказали, було розроблено положення згідно з законом. Ким було розроблено? Вами чи кимось другим? Ні, ну ви скажіть конкретно, ким було розроблено, ким донесено, вами було розроблено
і всі банки, які зараз розходяться по 87-му, бо там скрізь однаково міняється фамілія. Так, це так, все так. Згідно з так, так, згідно закону так, України. Ми всім роздали і іменно ви, так? Ви розробляли. Ну, розробляла я. Затверджувалося виконавчим комітетом, рішенням виконавчого комітету. Щоб не було ну, цих разногласій в поданих документах, згідно закону України, прописано в законі України про органи самоорганізації населення, виконавчий комітет розробляє методичні рекомендації, щоб було в одному направленні все було, протоколи і списки, там як це оформлюється, і типове положення, типове, тобто воно може видозмінюватися, тільки повинно відповідати законодавству. Все останнє. Да. В тому положенні якось є пункт такий, як боротися з неплательщиками? Немає. А що тоді? Організовуємо? Ні, ми організовуємо, ви зрозумієте, що якщо організовується, якщо створюється орган самоорганізації населення, то вже функції боротьби з неплательщиками буде покладатися на голову, на цей орган самоорганізації населення, на вони вже будуть. Яким образом? Вони можуть впливати на неплательщиків. Ніяк. Яким образом? Михайло Михайлович, яким образом ми можемо впливати на неплательщиків? Ні, ну на сьогодні, значить, люди звертаються і спрашивають, тому по воді свише 15 тисяч будуть включати до нас. І це ж неправильно. Неправильно. Я заключив договор з теплодарводоканалом, я і справно плачу. Якщо в нас є неплательщики, боріться ви з ними, а не я. Ілі що ви тут мене наказують? Я обращаюся. У мене теж немає заборгованості, а у нас 94 тисячі по нашому будинку. Я розумію, що нас навіть включати не будуть. Не повинні включатися. Ну, у нас таких 5-10 чоловік таких є, що в них такі великі долги. А другим? Надіються на совість, може, дійсно на совість. Законодавчо який наступний шаг? Ось ми прийняли, дали договір, утворили. А наступний шаг? Є ще результат, якого ми стремимося? Значить, наступний шаг, дивіться, першою ласточкою у нас вийшовся 87-й дом. Значить, виконком дав їм рішення, рада дала дозвіл на створення органу самоорганізації населення. Значить, вони це все, ну, потім вони провели збори, конференцію жителів будинку, ну проводиться так, я вже буду в общій мові, проводиться конференція жителів будинку, вибирається голова, секретар, вибирається будинковий комітет. От. І потім уже на цих зборах або конференції, там прописано, в методичних рекомендаціях прописано, що значить, при неможливості зібрати всіх, членів всіх ну, жителів будинку може проводитися конференція. Тобто йде один чоловік від 10 делегат, один від 10 йде. Значить, і потім уже на зборах або на конференції даються повноваження, збори дають повноваження голові, значить, подати документи на легалізацію. Але яка буде легалізація, вони вже визначаються, на цих же зборах самі визначаються. Чи це буде легалізація шляхом повідомлення, тобто без створення юридичної особи, але діє будинковий комітет, або легалізація шляхом державної реєстрації. Тобто це з набуттям статусу юридичної особи, відкриття, ну і з тими послідуючими діями. Ну, причому хочу сказати, що ці всі голови і будинковий комітет, голова, секретар, бухгалтер, згідно закону України про органи самоорганізації населення, працює безкоштовно, тобто без оплати. Поки вони заробітну плату не отримують. Конечный результат. Образовали. Они же должны получить дом в управлении. Для этого нужен паспорт дома. Да? Прибудинковую территорию, которая должна быть. Вода цене мы можем передать. Вячеслав Иванович, смотрите. Спокойно, вопрос не помню. Честно кажучи, так далеко я не заходила. Ну для чого це все робиться? Моя функція це створити, самоорганізувати будинок, тобто розробили, як самоорганізувати, а подальше вже, коли вже
Буде паспорт, тобто він відповідати, але поки я розумію, що ще... За чий кошти паспорт? В який термін? Я розумію, що перекладає депутат свої повноваження на председателя домового комітету. І все. Якщо є якісь проблеми, є депутат. Що? Ні, подожди, приходить на сесії, так? Депутат приходить. Ні, приймає рішення, голосує вдома. Тут якраз не відповідає, де звертається. Тут звертається. Так, Жорі. Тетяна Васильівна, ви знаєте, що у нас є орган самоорганізації населення «Наші земельні». Для того, щоб це організувати, у нас були збори. На збори був представник Мирослав Іванович. Скажіть, будь ласка, чи був представник на 14-му домі? Я стояла 14 чоловік, а по остальних пішли по квартирах. Скажіть, будь ласка, був представник з міської ради? Як же ми можемо сьогодні голосувати? Ну це тут не обов'язково. Виконавчий комітет... Виконавчий комітет сприяє, допомагає. Ну, представник перші збори – це таке діло. Другі перші збори – це вони хочуть організуватися, тобто вони подали запит, що вони хочуть організуватися. Зібрали підписи. А потім вже, коли 87 днів, вони прийшли, запросили представників виконавчого комітету присутствувати на зборах, коли вони вибирали голову, секретаря, домовий комітет, щоб це було соблюдено, ці всі права таємного голосування і так далі. Там вже було. Перший раз тут вже це їхнє право. Ще вам можна розповісти, що ви немножко не представляєте, що таке там робити. Хто-то із вас взяв устав, хто-то прочитав положення. Ви прочитали? Ви розумієте, ви розумієте, що ви просто речах управління, то управляючої компанії дається людям в руки. Після 1 числа в счет буде включатися ремонт крові, а перевірити це невозможно. Домовий комітет робиться лише для того, щоб був речах управління той компанії, яку ви приведете сюди після 1 числа. Буде це наше місто або не буде наше місто? Неважно, розумієте? Це не ОСНД. Мирослав Иванович, вы поняли, о чем речь? Чем он вопрос не задевал? Простите, не туда на личность речку сделали. Кто туда на личность взяли за основу? Прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Отримався. Против я мовив про. Отримався? Отримався. Я. Утрималась вас. Запитання, доповнення? Хто за дане рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Проти Пагарюк, проти Ярмоленка. Утрималась вас. Хто утримався? Рішення прийнято. Слідуючий. Сергій Валерійович. Проект рішення про затвердження рішень виконавчого комітету депутатської міської ради прийняти комісійний період. Переліку у нас два рішення, які були прийняті на засіданні виконавчого комітету і потребують затвердження депутатської міської ради. Прошу прийняти дане рішення. Хто за дане рішення взяти за основу? У вас є перелік на руках. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Отримався. Запитання, доповнення. Хто за дане рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Отримався. Рішення прийнято. Слідуючий проєкт рішення про затвердження розпоряджень міського голови прийняти в міжсесійний період. За період було прийнято 7 розпоряджень, які потребують затвердження депутатської міської ради. Перелік теж є у вас на руках. Прошу затвердити дані розпорядження. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Отримався. Запитання доповнення. Хто за дане рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Отримався. Рішення прийнято.
Давидовича, Панасюка Лакировича. Добрый день. Так получилось, что у меня уже появился выкладчик, если что-то корректировать. Назовем меня до Верховной Рады. Но, уважаемые депутаты, здесь уже знакомый для всех нас вопрос. В очередной раз обратилась в адрес руководства города лицей, руководства нашего технического лицея с просьбой какой-то оказательной помощи. Значит, но цифры уже знакомые вам приведу. Наш бюджет, годовой бюджет местный, в среднем где-то порядка 16 миллионов гривен составляет. Содержание этого лицея, я ориентировочные цифры округляю. Содержание лицея, которое является державной властностью, это державное установление коммунальное, порядка 8 миллионов гривен. То есть никаких финансовых возможностей, я уже не говорю про какие-то административные, организационные рычаги влияния на содержание руководства этого лицея у нас нет. В принципе, эта позиция, и это осознает, в частности, и сегодня в прямом эфире утром выступал министр образования Лилия Гриневич, она это озвучивала. Понятно, что единственный выход на сегодняшний день – это возврат финансирования, дабы не распались подобные учреждения, как наш лицей в Загорине, Камере и Бреду. Это возвращение к их финансированию из державного бюджета за счет соответствующих субвенций. В связи с этим возникло такое вот решение, и на ваш взгляд выносится, это обращение к Верховной Раде о возобновлении финансирования конкретно Типолдарского лицея за счет державного бюджета, а именно в форме субвенции. С текстом обращения депутаты на профильных комиссиях ознакомлены. Прошу за данное решение проголосовать. Кто за данное решение взято за основу, прошу проголосовать. Кто за? Против? Запитание дополнительное? Утремался. Мещеряков утремался. Запитание дополнительное. Я хочу сказать, что сегодня решается такой вопрос, но мы обращаемся к Верховной Раде, но Мирослав Иванович не желает, пускай не обращается. Тем не менее, мы обращались раньше по милиции. Милиция у нас сегодня хоть какая-то, но есть. Хотя вы тоже, Мирослав Иванович, говорили, не надо обращаться. Не будем стучаться между... Второе, что я хочу сказать. Второе. Как вы заметили, наверное, все, сегодня, я не знаю, вчера была акция или не было, там, была, Васильевна, была, да? Вот. Но сегодня почему-то с лицея, ни с плакатами, ни без плакатов, даже директора лицея или еще кого-то, представителей, по-моему, здесь в зале никого нет. Они уехали под облсовет. Ну, хоть кто-то должен быть. Ну, все они уехали под облсовет, а что вы можете решить? Нет, я ничего не могу решить, просто Вадим Васильевич, мы сегодня обращаемся по этому вопросу. Из-за того, что просто гулять здесь собрались, мы обращаемся, да? Кто? Михаил Михайлович, надо вам приехать раза на 2 часа. А? Никто не приехал. Куда? Представители Саакашвили дернули в другую сторону вообще. Уехали в сторону плана. Вадим Васильевич, мы не обсуждаем выход туда. Мы говорим сегодня за нашу сессию. Я не подписывался ехать перекрывать дороги. Я просто говорю, за нашу сессию. Я и обращаюсь. И говорю, что сегодня ни одного человека там нет. Вчера там были депутаты областного рады. Ну, вы там были, я понимаю, супер. Сегодня сюда прийти на сессию, послушать, проголосуют депутаты, не проголосуют, чтобы не было кривоколков, чтобы люди не кричали, что тут плохие все. Я приехал в полном составе под облсовет. Уважительно причина. Я хочу добавить, уважаемые депутаты, когда обсуждался вопрос о подготовке данного проекта решения, лично у меня в кабинете находился руководитель лицея Юван Светлана, главный бухгалтер, и начальник нашего финансового управления дальше Светлана Петровна. И было договорено, что будет подготовлен данный проект, но в качестве содокладчиков, и они должны были присутствовать на данной сессии, это я вам, Вадим Васильевич, отвечаю, так сказать, возвращаю шайбу на вашу половину. В обязательном порядке должен быть кто-то из руководства лицея, либо сама Юман, либо главный бухгалтер. С чем это связано? Ну, только у вас возникли сейчас какие-то вопросы, скажем, финансово организационные вопросы. Детали мы же не знаем, это державное установление. Но, к сожалению, их нет. Но слава Богу, что депутаты
отнестись с пониманием, я вижу к этому вопросу. Мирослав Иванович, я понимаю, с правовой точки зрения, я его очень хорошо понимаю. Ну, нарушен, да, закон. Еще что хочу сказать, надо поблагодарить Светлану Петровну Адарич, потому что она и экономическую часть, ту, которую они должны были, Владимир Васильевич, вы что знали, я не говорю тебе там, чтобы знали, что они отнеслись к этому, ну просто наплевательски. Они должны принести, они принесли по 15.5, когда уже проект решения был, и уже комиссия позаседала. Михаил Михайлович, может они просто не верят? Нет. Что они? Не верят. Вот они сидели вместе. Мы ждали. Есть проблема. Проблема не только в Теплодаре, других. У меня другой вопрос. Почему наш голова не поехал сегодня с ним? С ним? Подумал совет. Или вы, Михаил Михайлович? Подожди. Державный бюджет. Державный. Вадим Васильевич, державный бюджет, мы обращаемся. Я понимаю, но даже не мать на своем местном уровне. Ну, значит, это так. Нет, не так. Вадим Васильевич, у нас есть водоканалы, у нас есть вода, еще. Мы не можем ездить все время. Да, чому стало питання звернення до Верховної Ради? Тому що в нас було звернення по міліції, ви правильно сказали, до Авакова, і воно дало дієвий результат. Дало дієвий результат. Зараз ми звертаємось до Верховної Ради. Дуже чекаємо дієвий результат. Тому що ПТУ є державне, є державне замовлення. Держава набрала учнів і гарантувала навчити їх виплатити стипендію. Сьогодні всі відказалися. Ми не можемо взяти на баланс. І тому ми звертаємося до Верховної Ради, щоб вони виконали свій зобов'язання. Все. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Хто за дане рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Отримався Мещеряков. Рішення прийнято. Слідуючий. Про внесення змін до рішення Теплодарської міської ради від 24 грудня 2015 року про затвердження структури та загальної чисельності виконавчого бюджету. Уважаемый депутат, подоплека даного рішення. Сразу после очередных выборов в органы местного управления, которые проходили в октябре прошлого года, мы вот задались вопросом о том, что практически нет в структуре исполкома отдела или хотя бы просто единицы, человек, который бы занимался бы конкретно работой с общественностью, конкретно работой по инвестициям, делать более привлекательным с точки зрения инвестиционной политики наш прекрасный и любимый город Теплодар и так далее. Да, у нас есть управление имуществом инвестиций, но сошли на него положены в основном другие функции. И оно, слава богу, с ними справляется. Это распоряжение нашим коммунальным имуществом, подготовка соответствующей документации и так далее. Но конкретно инвестиционные политики, наше управление имущества и инвестиций, как мы полно звучим, оно полным объемом не отвечает. Мы это озвучили, свою позицию, свои желания. Поначалу, ну оно так в принципе и до настоящего времени практически сохранялась такая ситуация, что у нас не было экономической возможности создавать новую структуру, будь то единицу или будь то отдел. На сегодняшний день, тем не менее, это очень важно, это крайне важно для нашего города, тем более в аспекте строительства тепловой станции. И на сегодняшний день мы нашли выход следующий. В управлении финансов, руководителем которым является Адаевич Светлана Петровна, есть у нас вакансия. Мы, в чем заключаются вот эти изменения? Вот эту вакансию выводим из структуры управления финансов и на базе этой единицы создаем отдел, который предлагаемое было название, это отдел... Сейчас, прошу прощения. Первоначальное название «Отдел испытаний внутренней политики, инвестиций та связки с громадкой выконавчего комитета Теплодарской Мирской Рады». В ходе обсуждения названия этого отдела через профильные комитеты, уважаемые депутаты, поступили весьма разумные предложения убрать из этого названия инвестиции. То есть будет просто «Отдел по работе с общественностью».
и связи с громадкостью выконавчивого комитета, внутренней политики и связи с громадкостью выконавчивого комитета депутатского местного района. То есть из названия вот этого нового отдела убираем фразу «инвестиции». Ну, чтобы оно не корреспондировало в плохом смысле с наименованием управления имущества инвестиций. То есть мы не увеличиваем штат исполнительного комитета ни на одну единицу, и фонд заработной платы остается неизменным. В чем заключается вот это понятие внутренней политики? Это дублирование, как у нас есть министерство Минстец? Смотрите, я понял, смотрите. Александр Анатольевич, последние, особенно последние полгода у нас в городе появились всякие так называемые мимые общественники, болельщики на футбольном языке за процветание города, создают всевозможные группы в интернете. И часто, к сожалению, это жители нашего города, это их неправда. Но часто они недостоверную информацию выкидывают в интернет-сети. Никакой реакции со стороны органов местного управления, надлежащей реакции, не было, ее нет до настоящего времени. По одной простой причине. Этим никто не занимался. Опровержение часто неправдивой информации, неправдивых фактов. На любую тему я могу брать. По тарифам, по состоянию жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас новый бренд появился. Закрытие, все, умер проект строительства станции. Официально заявляю, это откровенная ложь и неправда. Но надлежащего ответа не было. А если нет ответа, это дает почву для продолжения. Поэтому мы хотим, чтобы находился конкретный человек. Планируем на данное место Ирину Баскаку. Это один из лучших сотрудников в нашем коллективе. Очень ответственный, талантливый работник. И думаю, что она вполне на хорошем профессиональном уровне справится с этой работой. В том числе и с инвестиционной. Кто за данное решение взял за основу? Жаль, за основу, потом за основу. Уважаемые міські голова, шановні депутати, про те, що в Теплодарі це питання вже назріло, а я б так навіть сказав, і перезріло, ні у кого сумнів не повинно бути. От дивіться, що у нас тут виходить. У Теплодарі 10 тисяч населення, 7 тисяч власних депутатів тих виборців. І 43 будинки. 84 політичних партій, які офіційно зареєстровані у нас в управлінні юстиції. Ми коли розказували там на обласній нараді про це, нас сміялися. Кажу, що на кожен будинок навіть політичної партії немає, де розмістити. Тому те, що сьогодні відбувається в нашому місті, дуже напоминає мені, знаєте, такий базар. На Майдані біля церкви революції йде. От у нас кому тільки не лінь прийшов, видав інтерв'ю в телевіденні, і потім вже, так сказати, а ви розхльопуєте там, що хотіть. Під цим ділом треба підвести черту. І якщо ми вибираємо по зв'язкам з громадськістю, то повинна бути офіційна людина, яка озвучує рішення міської ради, те, що відбувається в міській раді, які йдуть процеси в міській раді. Тому що те, що сьогодні сказали, ага, будуть, не будуть, зараз грають на руку зовсім не на користь нашого міста. Хоча вони себе називають завжди патріотами нашого міста. От чому я думаю, що от на цей відділ звернуть особливу увагу, знаєте, яким чином? Щоб правдивість про те, що відбувається в нашому місті, була на першому місці. Емоції – на друге. Брехня – на третьому. От тоді у нас буде хоч якесь уявлення про те, що у нас відбувається. А якщо у нас буде така людина серйозна, відповідальна, яка буде у цьому відділі працювати, то тоді ми доб'ємося хоч якихось зрушень у тих питаннях, які у нас довгий час не вирішуються. Дякую. Я думаю, якщо, допустимо, місто і кожен спеціаліст, і кожен мешканець виконує свої обов'язки, то ні місто процвітаюче. До нас сьогодні надходить така куча різних запитань. На них треба дати відповіді. Треба спеціальні люди, які будуть відповідати на ті запитання. Тому що якщо ми не відповімо, то в нас буде штраф від міської ради.
Тому сьогодні вирішили таке питання винести таку людину, щоб вона була. У нас є такий чоловік. Його нам Михайло Михайлович. Я прошу пробачення, я щось не вмів, я мовчати не можу, я мовчати. Я вообще считаю, что это подоплека этого вопроса совсем другая. Мы ее все знаем, но мы ее скрываем и вуалируем. Ну, вуалируем, ладно, я тоже ее озвучивать не буду. Вы правильно говорите, Алексей Васильевич, что время такое, что нужно действительно анализировать. Секретарь городского совета, человек, который связан со всеми партиями, по-любому, потому что мы и представляем эти партии в городском совете. Кому как не ему анализировать, вникать, внедрять, отвечать. И достойно отвечать. Не так завуалировано, как некоторые депутаты там пообзывали себя какими-то кличками в интернете и пишут. И непонятно кто. Вроде же он и выдает что-то, а какая-то полуправда, потому что под маской. Иру Баскакову знали, она экономист по образованию. С нее, может быть, толк будет действительно в финуправлении, потому что там взяли эту должность, раскидали на всех, нагрузили за те же деньги. Вот почему мы так относимся? Нам, мы сегодня не дожил, быть бы жил. Мы сегодня говорим о том, что мы живем в экономически сложное время, что у нас денег нет на зарплату на декабрь, а мы же создаем что-то новое. Так может больше толку с нее было бы действительно применение ее знаний как экономиста, экономических знаний в том же финансовом управлении. На той же должности. На той же должности. А вот это все, что мы сейчас говорим, внутренняя политика, это все, да, это все красиво. Но подоплека совсем другая. И есть действительно человек, который может совершенно спокойно с этими и грамотно, и профессионально с этими обязанностями справиться. Вот это мое мнение, прошу прощения, за столь эмоциональное выступление. Я сказала, что у меня начальник Витя. Вы что, хотите ей понизить в должность? Начальник. А, она тогда снова начальник Витя. А когда вы хотите ей посадить в финотдел, то что вы хотите поставить ей главный специалист? И кем мы моем это право? Там тоже можно делать. Там есть это? Ті самі гроші, зато тут більше толку, блядь. Я в этом сомневаюсь. Потому что как можно влиять на это интернет? Вот как можно влиять? Вот как можно влиять? Вы не закроете рты всем остальным, кто коронику одевал. Не закроете рты. А теперь общественных организаций у нас в городе раз, два, три обчелся. У нас их как-то квыльта нет. Я не считаю, что человек, которого мы сейчас берем, будет из заработной платы, он должен только сидеть в интернете. Это мое мнение. В интернете заходят люди, которые изъявляют свое там, есть группа там, пускай работает, может на когда-то что-то высказать. Но это же не значит, что сказала там Галина Васильевна что-то, она уже должна строчить что-то. Ошиблась она говорит, что там тарифы можно сделать 11 гривен. Я знаю, что сегодня даже 30 гривен, и мы все равно не выйдем с этого дерьма, понимаете? С нашими затратами, с нашими отчислениями. Ну кто-то верит в это, но большинство не верит, потому что идут и платят. Идут и платят. Очень кратко раз прозвучала фраза. Значит, во-первых, Алла Викторовна, с правовой точки зрения, обращаю ваше внимание на предписание закона о местном самоуправлении, там четко, а также регламентом Теплодарского горсовета, который пришлем соответствующим решением депутатов, четко приведены полномочия и задачи работы секретаря городского совета, в том числе Теплодарского горсовета. Что касается вашей фразы «нам не до жиру», то я вам хочу официально заявить. Как бы ни было, нам тяжело финансово, мы будем стараться всегда творить на пользу города что-то новое. С вашей помощью и с вашего разрешения. Как бы ни было трудно. Вы можете точно так же упрекнуть, что мы сейчас сделали стационар ненавесный центр. Разве это так важно и можем? Ведь есть же проблема с водой. Я знаю, как никто другой, что такое проблема с водой. Я сейчас разговариваю, а там аварию было. Мы про это тоже помним, но мы будем думать и про аппаратуру, и про сцену, и про клумбы, и в самые ближайшие дни там будут изменены клумбы. Поэтому давайте не будем прикрываться тяжелым положением. Оно, к сожалению, было и будет. Можно вопрос? Вы упраздняем должность твоего зама? Нет, отвечаю, хороший вопрос. Должность второго зама, она не будет упразднена, как и должность первого зама, в контексте того, что сегодня утром на эту тему было рабочее совещание, это объединение громад. Мы хотим при разговоре о присоединении города Теплодар тех или иных населенных пунктов, соответствующие, предлагать им какие-то административные должности, будь то первого зама, будь то второго зама.
повинні щось предложити головам сільської ради. На сегодня было совещание, ну буквально полминуты, было совещание представителей бизнес-области. И вот такое у нас светлое будущее. Если не с мирным, просто я обращаюсь к депутатам, то ответственный человек, который сказал, который работает с перспективными планами, то у нас только Беляева. И не мы, я говорю, она к нам. Нет, мы к ней. Вы представляете, да, что это такое? То есть, это на совете. То есть сегодня, да, это будет уже на совете. Мы сами не сможем существовать. Поэтому наша ближайшая задача, может быть, Ирина, и будет заниматься большинство этим вопросом. Вот именно этим вопросом. Потому что мы были вот с Михаилом Васильевичем на, и был еще тоже депутат Юрий Петрович с нами, в воскресенье в Широкой Балке. Значит, там действительно занимаются, вот, Мирнянский, там голова, все. И там неправдивая информация вкидывается, понимаете, чтобы люди слышали. Вот, а нам надо это все опровергать, и нам надо людям доносить правду, понимаете, для этих населенных пунктов. Поэтому всех призываю к тому, что вот у нас серьезная эта проблема. То есть они хотят пользоваться нашими очистными, да, вот маяки там говорят, а что у вас там, у вас же там затратный механизм. Нашими пользоваться, так мы им завтра перекроем, и вот эти кислоты они будут идти к нам, понимаете. Вот и все, нам выгоднее будет перекрыть. Что мы тут дискутируем, у меня не маленькая реплика. Верховна Рада поміняла Конституцію під одного чоловіка, а ми даже регламент депутатського городського совета не міняємо. Давайте проголосуємо. Регламент не міняємо? Ну, конечно, ну що? Конституцію поміняли під одного чоловіка. А ми регламент не міняємо, так що не голосуємо? При чому це регламент? Репліка. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу проголосувати? Хто за? Якщо сказали. Хто проти? Отримався. Запитання вже були. Хто за дане рішення в цілому? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Костроміна. Отримав. Костроміна проти. Да. Отримався. Ні, ну тоді я не думаю. Костроміна проти, я сказала все. Ну все, запишите. Рішення прийнято. Слідуючий. Слідуючий вопрос. Про затвердження положення про відділ з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадністю виконавчого комітету Кодавської міської ради. Я умишно обрав вже название инвестиций. С текстом этого положения, ну, по законодательству соответствующее дело должны действовать на основании положения. С содержанием этих положений депутаты, уважаемые депутаты, при работе профильных комиссий были ознакомлены. Прошу поддержать данное решение и утвердить текст указанного положения. Кто за данное решение взято за основу, прошу проголосовать. Кто за? Против? Отримался. Запитание. Там есть один очень, по-моему, щекотливый пункт, такой как анализ деятельности политических партий. Каким законным правом имеется вот это анализ деятельности? В чем он тоже заключается? Анализ? Деятельности политических партий. Я отвечаю на вопрос. Политические партии в природе анализа, не считая, я имею в виду не медицинского. Того анализа в том контексте, который имеет какую-то юридическую силу. Это наше право сделать анализ, а потом вынести, например, на очередное пленарное заседание депутатского горсовета, и депутаты пусть принимают решение. Анализом надо заниматься, деятельностью. Подчеркиваю, этот анализ сам по себе той или иной политической партии не имеет никакой юридической силы. Если за вашим вопросом кроется, не будет ли тут преследований каких-то там той или иной политической партии, какие тут могут преследования? Это анализ. Человек свои какие-то заключения излагает в письменной форме, и если там усматривается нарушение действующего законодательства, то опять же это выносится на обсуждение уважаемого депутатского корпуса, и только вы примите соответствующее решение, которое действительно будет иметь юридическую силу. Анализом надо заниматься, пусть останется. Но, может, вы почитайте внимательно. Если, например, политическая партия строит там детские площадки, еще что-то и так далее, Это не деятельность. Я не являюсь членом никакой политической партии. Я просто говорю, что не создавался орган надзора за политическими партиями. Чтобы закончить дискуссию на тему политических партий, я сначала хочу, чтобы вы подняли
такую тоненькую брошюру, которая называется «Закон Украины про политические партии в Украине». Так вот там четко написано и права, и обязанности. Те, що місцева рада має право і зобов'язана контролювати не в тому смислі, який Олексій ще сказав, а, наприклад, діяльність місцевих партійних організацій, то як і знаходиться на її території, то це записано теж в законі. Ну там вопрос не в контролі надзорі, а контроль за діяльністю, розказувати про них, доповідати про них, давати можливості в місцевій пресі, на телебаченні розповідати про те, чим займаються політичні партії в даному місті. Це написано в законі. Будь ласка, почитайте, потім не буде задавати. Хто за дане рішення в цілому правовому? Хто за? Хто проти? Отримав? Рішення прийнято. Саме точно, не голосували зовсім. Олексій Чук не приймав участь в голосуванні. Чи забув? А в нього не забув? Не забувся, не приймав участь. Він є дому лукав, так він. Ні, не закликав, не перепитав. Просить підтвердження договору оренди майна номер 11/01/2017 року, укладеного між НКП ТЕЦ-2 та підприємством ТОВ «Теплодаренерго». Уважаемые депутаты, я напомню, что 12 февраля текущего года, учитывая письменное обращение власников и руководства предприятия «Теплодаренерго», где они отказывались и уведомляли нас о своих намерениях демонтировать свое оборудование и отказываться от предоставления услуг по производственному решению города Теплодар на следующее 500. На исполкоме было принято соответствующее решение по назначению нового исполнителя услуг в лице нашего коммунального предприятия МКП ТЭЦ-2. Данное решение исполкома, напоминаю, было, конечно, утверждено очередной сессией Теплодарского горсовета. Проводилось необходимое и проводится до настоящего времени работы по подготовке данного нашего коммунального предприятия к наступающему отопительному сезону. На сегодняшний день информирую, уже оформлены лицензии на транспортировку, поставку данного вида услуг населению города Теплодар и другим потребителям без турбины, то есть за счет только котлов. Уже этот вопрос документально решен, но параллельно мы проводили встречи первоначально в лице только с нашим городской головой Михаилом Васильевичем, с владельцами предприятия «Теплодаренерго» по возможности взять в аренду их оборудования. Нас интересовало в первую очередь их оборудование. Эти встречи были непростыми. Последняя встреча, которая состоялась приблизительно 2 недели назад, и по личной просьбе, или как это назвать, Леонида Моисеевича Печерского, принимал, имел честь, в кавычках, принимать участие в этой встрече, ваш покорный слуга. Эта последняя встреча тоже была не очень простой, но, тем не менее, она была достаточно плодотворной. Надо дать должное Леониду Моисеевичу, что по всем существенным условиям, если понять юридический термин, да, существенные условия договора, достигнут компромисс. Ну какие существенные условия? Это термин действия договора. Если первоначальная его позиция была с 1 ноября до 1 апреля, наша позиция была с 1 июля до 31 мая, то окончательно достигли соглашения с 30 июня. Я, кстати, хочу обратить внимание, уважаемые депутаты, в проекте решения написано с 1 июля. В договоре уже печатали, вот у меня оригинал, уже подписанный сторонами с печатью, все. С 30 июня до 1 мая. Данный термин нас вполне устраивает. Второе. Цена договора. Если первоначально, напоминаю, что не знал, позиция владельца господина Печерского была, это 1 200 000 гривен. Наша позиция изначально была, и Михаил Васильевич жестко на этом настаивал, порядка не более 300 000 гривен. Значит, достигнут такой компромиссный вариант. Это 600 000 гривен за весь отопительный сезон с учетом НДС. И третье. Порядок расчета. Ну, естественно, хотелось первоначально просить по примеру «Нафтогаза» там предоплату, аванс и так далее. Наша позиция была, что мы начинаем платить за аренду не раньше, чем с 20 чисел ноября.
достигнуто более чем компромиссная договоренность, такое соглашение. Первый платеж должен быть по аренде не позднее, чем через 2 месяца после начала отопительного сезона. То есть, условно говоря, если отопительный начнется, скажем, там, 15 октября, то не позднее 15 октября. То есть это явно в пользу города. Ну и некоторые другие нюансы. Я хочу сказать, что после той встречи, которая у нас состоялась, там были также присутствовали представители облсовета, обладминистрации, значит, не все так еще было просто. Возникали со стороны Леонида Моисеевича дополнительные желания, мы их рассматривали, находили по ним компромисс, и в конечном итоге уже появился на свет этот подписанный, подчеркиваю, договор аренды. К сожалению, я еще раз прошу извинения, когда рассматривали уважаемые депутаты на своих комиссиях, у вас был только текст договора, не подписанный. Это не по нашей вине, поверьте. Это уже этот договор окончательно был подписан сторонами только в конце вчерашнего рабочего дня. Поэтому физически не было возможности вам предоставить именно подписку. На сегодняшний день вот у меня в руках оригиналы, которые подписаны сторонами. И те существенные условия, о которых я говорил, я их только что озвучил. Единственное отличие, ну главное отличие текста того договора, который вы смотрели на комиссиях, от того, который у меня сейчас в руках, оригинал, это дата. Не с 1 июля, а с 30 июля текущего года. По просьбе Леонида Моисеевича Печерского, это на последней встрече было, этот договор он попросил утвердить на ближайшей сессии, поэтому данный проект решения подготовлен, просим за него проголосовать. Ну, я, Виктор Юрьевич, добавлю. Можем ли мы без теплоударэнерго вот этого котла и генерирующей установки топить зиму? Да, можем. У нас четвертый котел готов, третий есть деньги на ремонт. Выгодно ли нам брать в аренду это имущество? Значит, обсчитали наши экономисты, ТЭЦ-2, сказали выгодно, поэтому мы подписали этот договор. Наняла Борисовна? Да, я хочу дополнить, что с 1 июля уже опять новая цена на электроэнергию. Да? То есть было 2,02, сейчас 2,187, и я думаю, что тенденция к росту будет. Поэтому чем выше тариф для облэнерго, тем нам, конечно, выгоднее взять турбину в аренду. Однозначно, потому что даже при той себестоимости, которую мы посчитали, все-таки производство электроэнергии не может же быть бесплатным, правильно? То есть затрачивается газ, вы знаете, что газ для населения увеличился в 2,3 раза. Это очень существенно. Вот поэтому и вы слышите в прессе, что тарифы существенно увеличиваются практически в 2 раза. Это только из-за газа. А если мы сюда еще добавим электроэнергию нашу, которую мы будем покупать в облэнерго, понимаете, тариф просто наши люди не выдержат такого прессинга финансового. Поэтому, конечно, нам это выгодно. Выгодно вот эти условия, которые все-таки оплата будет идти только в декабре этого года. Это тоже выгодно, потому что мы уже начнем собирать, у нас появятся доходы. Вы так не пугаете, Леонид Борисович, а то он прекрасно подумает, что это аж проблема сегодня. Это же разница в декабре, может быть, и на игре заходите такая. Я не обещала. Я обещала 15 декабря. Лена Борисовна, можно вам вопрос? Обещание должна выполнять. Скажите, пожалуйста, Лена Борисовна, 600 тысяч мы просит он за тот котел, который у нас украл, так? Сколько он платил за всю котельную? Значит, мы подсчитывали. Сколько? Мы подсчитывали за всю котельную Одесской ТЭЦ-2. Да. У нас вы получали сколько аренды? После выплаты НДС у нас оставалось 2700 гривен. Вот, видите, как круто, это да? Это чисто ТЭЦ. Это круто. А еще за тепловые сети он платил где-то приблизительно такой же сумму. Ну, как вы считаете, по-человечески, да? 600 тысяч мы ему сейчас даем. Вы просчитали экономику всю? Конечно. Кроме этих 600 тысяч вы еще что-то наварите на этой турбине. Так я понимаю? Что значит наварите? Я имею в виду получить какой-то доход, кроме 600 тысяч. Конечно. Вы можете озвучить цифру, сказать, что вы выработаете сколько-то электроэнергии на этой турбине, и что вы получите какой-то доход. Или мы будем сегодня работать опять на этого нехорошего человека Печерского.
Вот у меня вопрос конкретный стоит. Должна быть какая-то экономика. Я думаю, всем интересно услышать. Я же с этого и начала. Вы не с цифры, вы не озвучили. Вот турбина, столько-то мегаватт будет работать, там крутиться, выработать столько-то электроэнергии, столько-то там стоит киловатт сейчас в перспективе. Ага, пожалуйста. И вот мы и потом плюс включите, сколько получится, то сколько из нее вылетит тепла. Ну, на экономику дайте, нормально. И стоит ли связываться с ним или не стоит? Я же говорю, что стоит. Почему? Потому что цена... У меня впечатление, что мы на него опять работаем. У меня лично. Разбейте, пожалуйста. Нет, нет, я развею, потому что я с этого и начала. Вы, наверное, просто не услышали, что цена... Я услышал. Цена на электроэнергию растет и будет расти, правильно? Она уже вот с 1 июля выросла. Если взять ту электроэнергию, которую мы потребляем, наше оборудование на собственные нужды, это 1,5 миллиона киловатт-часов за сезон. 1,5 миллиона киловатт-часов за сезон, умноженные на эти 2,87, которые сегодня с 1 июля уже есть цена тариф на электроэнергию, мы должны будем отвлечь 3 300 000 гривен за электроэнергию в облэнерго. Причем, вы знаете, там нужно платить вовремя, там нужно отвлечь оборотные средства, независимо от того, сколько мы собрали, какие доходы и как может заплатить население, и как нам возместят субсидии. Это не зависимо от этого. Есть, закончился месяц, мы должны 600-700 тысяч в месяц, мы должны заплатить за облэнерго. Поэтому для того, чтобы этого не произошло, для того, чтобы не попали на эти штрафные санкции и так далее, мы просчитали экономику, что производство электроэнергии на собственные нужды, на вот эти 1,5 миллиона, нам станет киловатт, гривна, не 2,187, а гривна, учитывая вот эти 600 тысяч. Все там, да. Поэтому, вы понимаете, даже если этот миллион мы потеряем, миллион, я уже не говорю за это самое, то в два мы приобретем. То есть мы не будем отвлекать оборотные средства, эти 3 миллиона не попадут в тариф, понимаете, они не попадут в тариф, потому что если посчитать 3 миллиона затрат, бросить, это около 4 гривен увеличение тарифа. Для населения, я имею в виду. Потому что там самая большая составляющая, это газ, который увеличился в 2,3 раза для населения. Мы еще с вами не ощутили, у нас еще не было ни одного счета по тарифу, ну, с новым тарифом. Еще нет, мы не можем еще взяться за голову и говорить, люди добрые, давайте любым, поэтому Михаил Васильевич пошел на то, что даже на гривну, даже на две, но уменьшить этот тариф, я считаю, что это благое дело. Нина Борисовна, для того, чтобы развеять сомнения жителей города, вам зададут 3 раза, пока дойдете до стоянки или куда-то еще, зададут вопрос, ну как мы в этом году перезимуем, потому что я помню предпоследнюю сессию предыдущего городского головы, он сказал, ну если мы от государства не получим ни копейки, то я за свой счет прозимую эту зиму, а отопительный сезон пройдем. К сожалению, судьба распорядилась по-другому, его, как говорят, народ не поддержал, и поэтому зимовать уже пришлось другой команде. Таким образом, надо для того, чтобы развеять эти сомнения, надо, чтобы вместе с Олегом Юрьевичем или с кем-то из специалистов, кого вы считаете нужным, сделали нормальное, хорошее интервью, на которое ответило на целый ряд вопросов. Ну, хотя бы первых 3. Как, сколько и почем. Ну, вот эти 3 вопроса. Как, сколько и почем, мы как раз этим занимаемся сейчас. Да. Понимаете, у меня вот это время с 1 мая, когда мы начали только работать, у меня пошло на то, чтобы... ...газету взять и почитать, что здесь, потому что телевидение штука ненадежная. Они хорошие ребята, но между нами говорят, что эта информация уйдет, и через 2-3 месяца вы ее просто не найдете где-то там. А газету можно поднять и посмотреть. О, Нина Борисовна предлагала вот такой вариант. Это вам, как говорят, в помощи. Подробно есть вопросы. На одной из предыдущих сессий вам было сказано, что Лев Моисеевич разобрал, демонтировал, угробил 3-й котел. 2-й мы разморозили. Да, разморозил. Мы не отдадим. Этим самым договором там есть целый перечень оборудования, который мы у него берем. Этим самым мы подтверждаем собственность его на вот этот весь перечень. Не будет ли потом это поводом с его стороны сказать, что вот мне подписали, это все мое, указано, 2-й котел, вот выпуска, номер и так далее. А мы говорили о том, что еще будем отстаивать свои интересы по поводу возврата ВКП. Вот такой вопрос. И целый перечень оборудования, который мы подтверждаем, что это его. Спасибо. Значит, смотрите, безусловно, то,
тут ваши вопросы как бы без задачи. Первое, по поводу подтверждения или неподтверждения управленности. Безусловно, если чисто сквозь призму правовую смотреть на это, то это является, мы как бы подтверждаем, что такие данные являются. Это я являюсь владельцем. Что касается третьего котла, то, что расхерячено, извиняюсь, никогда бы на это не пошли, если не были бы выделены вот эти деньги. И тут не только Михаил Васильевич Перов, и они тоже, 2,5 миллиона, то, что он был совет, выделил, тут надо дать должное и нашему городскому главе, и нашему депутату областного совета губернатора Аркадия Алексеевича, который огромные усилия прилагал. Нам выделили вот эти 2,5 миллиона, и часть этих денег предусмотрена прямо на восстановление третьего котла. Когда мы уже были уверены в том, что сессия областного совета, напомню, была 25 мая, договор только сейчас, тогда мы уже пошли на более детальное, более реальное рассмотрение возможности заключения договора. Но если вы меня спрашиваете просто как жителя города Теплодар, то я вам отвечу, не как чиновник, которого вы назначили мне на эту должность, платите мне зарплату. Я никогда в жизни не соглашусь, что этот котел был честно выкуплен. Я никогда в жизни не соглашусь с тем, что как они сейчас отнекиваются, что он не имеет никакого отношения к третьему котлу, его техническому состоянию. Никогда. С другой стороны, на третьем котле и в котельне работали наши специалисты, наши люди. Тоже мы никогда по-человечески. И он не был в аренде третьего котла. Не был в аренде. Михаил Васильевич, вопрос стоит в том, на предыдущих сессиях был разговор, Олег Юрьевич озвучил, я с ним был согласен, что нечестно, продан и так далее, что мы будем пытаться каким-то образом отстоять свои интересы. А сейчас мы даем договор, договор экономически все правильно. Нам выгодно, это удобно, но в перечне договора, там весь перечень оборудования, не просто турбина одна, которую как бы нам необходима, а весь перечень. Причем настолько подробный, что этим самым, для любого всегда понятно. Вот подтверждение того, что ты говоришь. А турбина это не только, вы видели турбину, да? Олег Юрьевич, я понимаю. Но там в частности... Она с комплектующими идет. Это тоже турбина. Хорошо, дымососы это дымососы. Да. Ну, мне вот самое большое по коту вопрос. Мы настолько там подробно описали, какой конкретно мы котел уберем, то есть уже мы себе отрубаем все пути для того, чтобы мы докажем, что это как-то недобросовестно, не наше, потому что вот, есть документ. Есть решение сессии о продаже этого котла. Мы можем это... Михаил Васильевич, когда на предыдущих сессиях Олег Юрьевич озвучивал, что мы как бы будем отстаивать, и мы всячески его поддерживали, я с ним тоже был согласен, надо что-то сделать, чтобы доказать, что действительно это было там за копейки. А сейчас мы просто соглашаемся на то, что все как бы... Ну, да, у нас есть такой же котел, это первый, как и Белый Ильин Масеевич. В него еще надо вложить кучу денег, чтобы его сделать котлом. Это... Мы можем да, да, но... Мы не обращаем. Дополнение, что понимаете, в чем дело? Конечно, было бы лучше взять только турбину, да, и все. Ну, но дело в том, что с турбиной у нас ни один котел из троих остальных не может работать. Его надо реконструкцию делать для того, чтобы там нужно понимать пар, там уже не 250, а 350. То есть, понимаете, нам нужно тогда, сегодня мы к новому отопительному сезону просто не можем четвертый котел или там тот же третий котел переводить на такие параметры. Понимаете, это нужно проект делать. Поэтому... Вот я почему говорю, у нас сегодня выхода нет. Как, обязательно, если мы берем турбину, то для того, чтобы она работала, она может работать только со вторым котлом. Вот для чего. Иначе зачем тогда турбина? Это просто технически как... понятно. Я говорю сейчас о том, что мы практически для себя сейчас ставим крест на возможности возврата какого-то оборудования. Почему вы считаете? Вот для того, а потому что подписав договор, в котором указано, что мы берем имущество такого-то владельца, мы подтверждаем его собственность. Но на сегодня у нас есть эти документы, право на собственность нам передали. Они есть, эти документы. Есть. Мы сейчас готовимся и обсуждаем главный вопрос, вектор наш по этому вопросу. Надлежащая подготовка к следующему отопительному сезону. Согласны? Да. Вот правильно мы сейчас идем или нет, что берем, вот, заходим в, этот, в эти арендные отношения? Экономия есть или нет? А то, что Юрий Петрович говорит, да, там есть зрелое зерно, не спорим. Но давайте мы сейчас укинем от этой земли. Нам через 2-3 месяца уже надо людям что-то говорить. Готовы мы или не готовы? Кто за данное решение взято за основу? Прошу голосовать. Кто за? Против? Потребуется? Кизиль, Бахарев, потребуется. Кто за данное решение в силу? Прошу голосовать.
голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Некрасов, Кізій, Пахалюк, Ірничанський, Ярмоленко, Слободенюк, утримався. Що ви це вже зробили? Ну что, без отопления останемся? Олег Юрьевич, можно? То, что мы совершали ошибки, Вадим Васильевич, я скажу, то, что мы совершали ошибки, я не, из себя не снимаю. То, что мы совершали ошибки, но сегодня просто безвыходное. Сегодня безвыходное положение. Если мы будем вот так вот махать, вы же понимаете, что это решение нет. Решение принято. Олег Юрьевич, нам в первую очередь нужно сделать газификацию города и постройки более экономичной котельной. А эту зиму нужно пережить все вот эти вот разговоры. Газификация города, если будет ТЭЦ. Мы все надеемся на электростанцию. На электростанцию надеемся. Но надо не они на три сезона. Нам это перечислить. И Леонид Моисеевич, это все оборудование, оно ему не надо. Вадим Васильевич, параллельно вот этих проектов, станций и так далее, мы немножко, так сказать, по земле ходим, идет очень плотная, интенсивная работа с Одесгазом, учителем. Проектные работы там уже где-то на финише. Это по газификации города Теплана с выходом на широкую балку. Это, соответственно, заложены мощностями на нашу котельную большую сельскую. То есть, опять же, проект над собой нам идут. Реплика одна. Она может быть не совсем это вот, но людей интересует, вот говорят о счетчиках, о том, что они поверили, будет у нас уже отопление по счетчикам. Люди спрашивают, какой алгоритм? Вот кто будет снимать показания этих счетчиков, как они будут распределяться, то есть вот как-то непонятно. Я это к чему говорю? Вы все равно, если будете готовить какую-то информацию для прессы, то учтите этот момент, пожалуйста. Я могу озвучить, прошу это донести до жителей через телевидение, через депутатов. На сегодняшний день уже обработаны 20 жилых домов. Я дал команду еще 3 очередных дома, в самые ближайшие дни, если счетчики будут сняты и отправлены в Киев на завод изготовитель для проделывания. Что касается технической составляющей вашего вопроса, мы его уже обсуждали. Значит, после того, как все счетчики будут опробированы, там все очень просто. Решением совета мы их передадим на баланс теплоснабжающей организации, то есть ТЭЦ-2, и совместно с жилищно-эксплуатационной библиотекой, в данном случае наш город, представителям теплоснабжающей организации, ТЭЦ-2, ну и в зависимости от организационной формы дома жилого, будь ли там домовой комитет или ОСМД, и вообще, ну кто-то обязательно должен из них представитель, раз в месяц будут ходить снимать показания счетчика. Это там и сложность ничего. Будет четко определен, будет четко со стороны ЖКО, слушайте, я уже дал команду, будет четко определен ответственный по там мастер. Будет определен директором МКТ, соответствующие сотрудники и его предприятия. Ну и кого люди от соответствующих дома. И будут снимать, как скажем, пожелания, вот освещание, пожалуйста. Мы не настояли на том, чтобы BBC и эксплуатацию. Вы не спрашиваете, я доношу то, что спрашиваете. Ну, если не будет, все равно требует. Следующий. Об утверждении состава конкурсной комиссии на проведение конкурса предоставления жилищно-коммунальных услуг по вывозу твердых бытовых отходов. Но состав, предлагаемый состав этой конкурсной комиссии, депутаты с ними уже запомнены. Прошу проголосовать. Кто за данное решение взято за основу, прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Отримався. Запитання до того. Хто за дане рішення в цілому? Хто за? Проти. Отримався рішення прийнято. Пахалюк не приймала участь в голосуванні. Зорка, так, високо свіжу модель поліку. Слідуйте. Є проксекретарі. Уважаемые депутаты, следующий вопрос. О внесении изменений и дополнений в дополнение к решению депутатского совета от 30 травня 2013 года
затвердження методики розрахунку орендних плати за комунальне майно територіальних громад. Чим зв'язано вот это проект решения? Ну, во-первых, в соответствии с действующим законодательством арендная плата рассчитывается исходя из значения так называемой экспертной оценки, да? Проводимой специализированной предприятием ВТИ или кем-то еще. Ну и на сегодняшний день уже результаты той экспертной оценки, которая ранее проводилась, ее трехгодичный срок, а это тот срок, определенный законодательством, в течение которого она действительно заканчивается. Кроме того, с учетом замечаний антимонопольного комитета, они обратили внимание, что в нашем городе не в полном объеме выявлены некоторые виды деятельности, связанные с физкультурной деятельностью, связанные с такими видами деятельности, как массаж, там, анализ крови и так далее. Значит, мы учли замечания и антимонопольного комитета, мы учли предписание закона о том, что действия, повторяю, экспертные оценки составляют 3 года, ну и в результате вот вынуждены были принять проект такой, данного решения и вынести на ваше обсуждение и утверждение. Прошу за него проголосовать. Кто за данное решение взято за основу, прошу голосовать. Кто за? Против. Утремался. Запитание. Кто за данное решение принял? Кто за? Против. Утремился. Решение принято. Поколение принимало участие в голосовании. Следующий вопрос. Развитие міського комунального предприятия «Теплодар Водоканал» від сплати податку на прибуток до частини прибутку. Подобное решение мы принимали на предыдущем пленарном заседании в отношении другого нашего коммунального предприятия МКП АТС-2. Сейчас просим принять аналогичное решение в отношении иного нашего коммунального предприятия «Теплодар Водоканал». Это позволит ему в определенной степени улучшить его финансовое положение или другими словами, когда налоговый пресс на данном предприятии. Напоминаю, что в соответствии с действующим законодательством орган местного управления вправе предоставлять льготы, в том числе и освобождать от уплаты налогов, неважно, к какой категории они относятся, к местным налогам или закально-державным, вот если эти налоги поступают в местный бюджет. По этому поводу есть решение соответствующего Конституционного суда Украины. По этому поводу раньше пыталась к нам предъявлять претензии в судебном порядке ДФИ, обжаловали решение, существует ряд судебных решений Одесского окружного административного, Конституционного административного, пользования Теплодарского городского суда. Прошу за данное решение проголосовать. Кто за данное решение взято за основу? Прошу. Кто за? Против? Утримался? Запитання. Яка сума мінусу буде в бюджеті? От ми звільнили рік, що ми будемо мати в мінус? Планний рахунок на 16,5800. На вчорашній день виконання составило 4200. Кто за данное решение в цілому, прошу проголосовать. Кто за? Проти. Приймається рішення прийнято. Не приймало участі в голосуванні. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади города Теплодар об'єкту нерухомого майна. Уважаемые депутаты, в адрес Теплодарского городского совета поступило соответствующее заявление приватного предприятия «Пивденда Пальмира», где они просят отказываются от своего права власти на часть своего имущества, которое принадлежит им именно по праву власти на основании соответствующих договоров, просят принять это имущество в коммунальную собственность территориальной громады города Теплодар. Вся юридическая составляющая для выполнения этой процедуры, она на сегодняшний день уже выполнена. Следующий шаг, ну, я хочу сразу сказать, это достаточно привлекательный для города объект, значит, это достаточно такая объемная площадка, где можно размещать, например, в рамках строительства станции, там может быть и стройплощадка, или может быть какой-то терминал, не знаю, это уже вместе будем решать. Вот, поэтому
вся процедура, которая необходима, правовая, уже выполнена. И после принятия, в случае, если мы сейчас принимаем, о чем я прошу вас, принимаем решение, то следующий шаг уже окончательный будет. Идем к нотариусу и будем оформлять соответствующий договор дарения. Все расходы, связанные с переоформлением в пользу депутатского горсовета, то есть переход несчастной собственности в коммунальную, несет данное предприятие. Предприятие Пердена Пантина. Если какие-то вопросы, то этот объект был как единое целое. Потом мы выполнили всю процедуру, разделили его на доли. Каждой доли присвоим свой номер, свой адрес. На чем ты против? Евгений за. Я выбачаю. Сергей Дмитриевич, вы опоздали со своей рукой. Простите, пожалуйста. У меня питание было, но я тут трошки прощаю. Светлана, скажите, пожалуйста, подарунок від Мальвіри. Скільки він там коштує до кінця року? Сколько заряд не поможет можно? Сколько заряд не поможет? 4 гектара. 4,4. Земля вам скажет сколько? Земля скажет. В месяц Петена Пальмира оплатила 48 тысяч. В месяц 48 тысяч? Это будет минус 48 тысяч. Нет, это часть. Там уже месяц за кусочек. Четвертая часть. Это за всю. Там где-то 8-4. До конца года мы теряем почти 300 тысяч, да? Нет. Как что не теряют? Нет, там зашли. 48 тысяч, грубо говоря, 50 тысяч. Это за весь участок, который оставляет порядка 7,5. Они же не все отдают. Нет, так мы получаем собственность, ребята, в собственность и плата за землю, никакое сравнение не идет. Вы должны иметь собственность и сдавать ее в аренду. Вы деньги не будете получать, или есть уже кто ее берет? Пока никто не берет. Пока никто не берет. А можно оплату оставить и землю забрать? Дело в том, что земля и так нахуй. Они не выкупили землю. Передается в коммунальную собственность строение двухэтажное порядка 300 квадратных метров. Это правильнее, чем люди понабирали земли и не платят вообще ничего. Ну он-то платит. Он платит, потому что совесть не будет. Цельнобетонная площадка. Они везут. Не используют. Не подают. Все говорит, что надо срочно найти туда арендатора. Кто за данное решение сделано, прошу проголосовать. Кто за? Против. Отримав. Рішення прийнято. Бахалюк не приймала участь у нас. Она нам говорила, шла она по какой-то причине. Бахалюк, покинула здесь. Я хочу сказать, у нас есть комиссия по регламенту, по депутатской речи. Но это мы скажем, наверное, образно. Ребята, как это надо посерьезнее относиться? И к комиссиям, и к поведению на сессии. Человек поднялся, ушел, может ему плохо, может неплохо. Она должна через голову это все говорить. Так нельзя, Алексей Васильевич. Вы обратите на это внимание. И выступление, в том числе и мое сейчас. Без того, чтобы мне предоставили слово. Мы встаем втроем, начинаем там рассказывать. Давайте как дальше. Потому что в этом плане у нас хуже, чем было в предыдущем сезоне. Во всем остальном, я думаю, что у нас... Там один говорил. Шановный головуючий, шановные депутаты, на ваш взгляд я хочу выкласти три проекта решения. Три з яких ми розглядалися. Перший проєкт рішення – це про внесення змін до розділу 2 «Теплопостачання міста Теплодар, додатку програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Теплодар на 2015-2017 роки». В чому суть даного проєкту рішення? Вчора, чому ми його не вивезли на засідання депутатського корпусу? Вчора, буквально десь 3 часа дня, решился вопрос о том, что Теплодару, то есть непосредственно главным распорядником будет управление Майна,
бюджетних обласних коштів виділено кошти 2,5 мільйона на проведення капітальних ремонтних робіт на об'єктах теплопостачання міста. Тобто вони було чітко прописано, що це субвенція на соціально-економічний розвиток міста Теплодар. І для того, щоб розпочати вже витрати, тобто заключати договори з виконавцями робіт, це по обстеженню та діагностики котла номер 3, який знаходиться на котельному, проведенню капітального ремонту теплових мереж. Ми як бюджетна установа, ви знаєте, ми придержуємося бюджетного кодексу. Надо було внести відповідні зміни до місцевої програми. Тобто програма, як у нас, ще раз наголошу, звучить програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства. Там де чітко пошатко прописуються заходи, які заходи є, і яка сума фінансування розрахунково потребується на відповідний рік. Звісно, програма була розроблена у 2014 році. Кожний раз ми її періодично продивляємось. І в связи з тим, що я ще раз наголошу, що вчора чітко стало вже вопрос, як будуть проходити ці гроші, або через нас, або через Одеску ТЕЦ-2, ми прийняли таке рішення, в частності, як головний бухгалтер управління майна, що терміново треба внести зміни в саму програму і внести якісь зміни. Тобто у заклад 2 капітальний ремонт котельні, де заміна і ремонт її обладнання слідкування тощо. Там була прописана цифра 200 тисяч, тільки на цей рік ми планували замінити на цифру 2 мільйони. У заході 3 придбання обладнання і слідкування для котельні цифру 100 тисяч замінити на цифру мільйон. У заході капітальний ремонт, реконструкція, модернізація об'єктів та мереж теплопостачання міста було заплановано 500 тисяч замінити на цифру 2 мільйони. У заході 5 здійснення експертизи кошторисної частини проєктів будівництва, реконструкції, реставрації цифру 15 замінити на цифру 100. У заході здійснення інших заходів, пов'язаних з утриманням, ремонтом, будівництвом, реконструкцією, модернізацією об'єктів теплопостачання міста, заходи з технічного інженерного обстеження тощо цифру 50 тисяч замінити на цифру 300 тисяч. І у заході 10 повірка приладів обліку теплової енергії було закладено 50 тисяч, але на сьогоднішній день ви знаєте, що ціни ростуть. Ми вже перевірили определене кількість счетчиків, я вже вижу, які ще дані з'являються. Значить, цифру 50 замінити на цифру 200. Тобто оце от проєкт рішення, який планується, тобто для чого? Цифри, може ви зараз зададите, я забігаю вперед, вопрос, для чого так 2 мільйона там, мільйон там, 2 мільйони в другому. Тобто це програма, це наші хотілки, це наші забаганки. Ми можемо написати що угодно. Ну, захоче більше, ніж менше, чим потім, не дай Бог, нам. Ми ж не знаємо сьогодні, скільки потягне. Виділено 2,5 мільйона. Там коснеться роботи, ми не знаємо, що більше. Так що лучше не довиконати ці цифри, чим потім думати, як збирати сесію і як включати, вносити змінення в дану програму. Потому что без цифр этих мы не сможем дальше двигаться, чтобы брать обязательства по отношению к проведению того или иного ремонтного работы. Кто за данное решение? Взяти за основу, прошу голосовать. Кто за? Против? Отримався. Запитання? Немає. Кто за данное решение в цілому, прошу голосовать. Кто за? Против? Отримався. Рішення прийнято. Пахалюк не приймала участь. Следующий. Слідуючий проєкт рішення – це про внесення доповнень до програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Теплодар на 2016 рік. Тобто я не буду повторюватись, це друга програма, вони взаємозв'язані, дві програми – програма реформування і ця програма соціальна, тому що, ще раз наголошу, що іменно область нам виділила і чітко прописала в своєму обласному рішенні, що це субвенція на соціально-економічний розвиток міста. Тому ми просто продублювали. Но продублювали, якщо тут ми чітко по заходам продублювали, бо так програма у нас заложена, то тут ми вирішили, прописали таке, що внести доповнення до програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Теплодар на 16-й рік, доповнивши пункт 2.2.4 абзаці відновлення та стабілізації роботи підприємств житлово-комунального господарства, зокрема МКП «Одеська ТЕЦ-2», МКП «Теплодарводоканал» текстом такого змісту. Проведення ремонтних робіт, будівництва, реконструкція, модернізація на об'єктах теплопостачання та на об'єктах водопровідно-каналізаційного господарства. Тут ми закладемо 15 мільйонів гривень. Тобто це взагалі програма на 16 рік, сьогодні 2,5 мільйони, що буде через місяць, через два, ніхто не знає. Мало. Тож там. Може мало. Може мало, тоді вже будемо дійсно думати, як. Ми остановимося. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу голосувати.
Кто за? Против? Утримался. Хто за дане запитання? Хто за дане рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Отримався. Рішення прийнято. Пахалюк не приймав участь у голосуванні. Слідуючі питання. І наступний проєкт рішення, який не розглядався, але виносить зараз на розгляд, це про надання дозволу на демонтаж об'єкту незавершеного будівництва плавальний басейн школи. Дівчатко, по даному проєкті рішення, тобто пропонуємо депутатській міській раді вирішити таке питання, що надати дозвіл на демонтаж об'єкту незавершеного будівництва плавальний басейн школи за адресою Одеська область міста Теплодар, який є комунальним майном територіальної громади міста Теплодар, та знаходиться на балансі управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради. Друге, управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради Грозний ОА скласти договір на виконання робіт з підрядною організацією на демонтаж будівельних конструкцій об'єкту незавершеного будівництва плавальний басейн школи за адресою Одеська область міста Теплодар. Ну і третє, контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій, комунальної власності та підтримки підприємницької діяльності торгівлі. Тобто це рішення, то, що ви знаєте, що ви як жителі Теплодара, непосредственно кожен ваших дітей ходить в школу, ви хотіли бачити, що басейн басейн на сьогоднішній день в ужасному состоянии. В местном бюджеті, в частности, так как управління майна заложені функції щодо охорони об'єктів комунальної власності, то тобто, на сьогоднішній день у нас залучені така охоронна служба, як Альянс Секюріті, охороняє у нас пока промзону, це все стоїть денег. Отдельно охороняє сам плавательний басейн. Не то, что нету смысла, а просто нецелесообразно будет даже с точки зрения того, чтобы нанять каких-то сторожей, чтобы там сидели и отгоняли тех же самых детей, тех же самых, вы знаете, другие прослойки города, которые там, ну, если заходить туда вовнутрь, видел, что там творилось, что и шприцы, и все остальное, что это. Ну, поэтому... Батьковщина такие... молода, вот, Ермоленко, они постоянно там дежурили. Очень много детей, они уже вырывают эти железные конструкции и, видимо, сдают. Почему я скажу? То есть вопрос назрел, уже назрел давно. Но вы сами прекрасно понимаете, что мы как обратно же скажу, что бюджетная установа, даже маем статус органа местного самоуправления, как только если мы прикоснемся к этому бассейну, естественно, инициативная группа, любое громадское население придет и скажет, на каком основании. То есть для того, чтобы сделать правильно, для того, чтобы не было никаких подоплек потом со стороны жителей города Теплодар или других каких-то органов власти, которые тут же приедут, вы сами знаете, как только воруются рельсы, тут же звоночек, прокуратура или СБУ, или еще кто-то, уже тут же милиция, полиция. Тут же по рельсам они сами заходят. Давайте приймемо за основу. Если депутатский корпус готов что-то еще сюда добавить, то как бы... Кто за данное решение взять за основу, прошу проголосовать. За основу. Самим это разобраться. Кто против? За основу пока. А потом будем выступать. Кто отримался? Запитание. Михаил Михайлович. Скажите, а есть ли организация, которая берется за демонтаж и на каких условиях? На сегодняшний день, пока вот нам что-то как управление майна, да, вот вы нам меняете обязанность, я скласти договір на виконання робіт з підрядною установою. То есть, если будет, мы, конечно, это проект рішення, насколько я понимаю, будет лучше выложено, наверное, на сайте нашем, участие могут принять любые. Ну, давайте, как вы предложите, если законно, то есть, понимаете, по закону, вот на данный непосредственно вид работы, две секунды по конкурсу, мы можем только, да, вот здесь вот есть такие законы про здесь державные закупки, державные пошты, это если мы заказываем услугу или какой-то вид работы, и сумма превышает ту межу, которая прописана в законе. Для предбаня, для предбаня послуг то товаров это 200 тысяч с урахованием ПДВ, для предбаня рубит, а рубит работа это будівництво, реконструкция, модернизация, проведение капитального ремонта, то это 1,5 миллиона. На сегодняшний день це, наверное, буде, в общем, насколько я понимаю, как бухгалтер, должно быть действительно непосредственно грамотно разработанный звіт про то, что, ну, перша такая звіт, который на сегодняшний день він є, він сейчас розглядається нами, про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій, незавершеного будівництва будівлі спортивного комплексу з внутрішнім басейном з типу за адресою. Це буде звіт. І потім, наверное, буде, хто хоче, ми всі, Теплодар маленький город,
те могут рассказать, эти могут прийти и сказать, что предложить свои услуги. Естественно, мы будем выбирать, но это не конкурс будет, как я не могу вам объяснить, что просто будет, мы предлагаем вам за такую стоимость, мы так, за такую стоимость. Именно оказать демонтаж именно удивительных конструкций объектов. На цена организации, которая возьмется за разборку бассейна, у вас еще пока нет. Каунтаун. То есть конкурс уже будет. Я так понял. Каунтаун. Нас пока есть одна организация, но может быть их больше, яка сказала, мы вам разберем бассейн. Я говорю, вы можете нам прислати, вам же це кирпич не потрібно, не потрібно. Платити за роботи ми не можемо. Прислати машину, яка потрібить нас кирпич, і ви нам його ставите. Він каже, він перечитав, він каже, ми можемо, щоб машина сюди пуста не їхала, машину дуже дорого привезти, тому що дрібний кирпич. Ми вам привеземо 250 кубов жерстви, а це все остальне вивезти. І заберуть ще. А? Ну все заберуть, так? Да, так, саме головне. Ну є така організація. Одна. Ні, було много. Так, в не указана організація или ні? Ні. Михаил Михайлович, я вас видел, там написано было ФОП, как это там... Нет, так это они за свои деньги сделали. Они сделали оценку, сделали экспертизу за свои деньги. Они два месяца сюда ездили. Подождите, немножко вы неправильно. Мы ссылаемся в проекте решения на звив лицензионного оценщика, который именно провел, только на звив. Я уже читаю еще раз, это решение могу вам показать. Когда на дозвілу, на демонтаж, об'єкту, незавершеного будівництва, плавальний басейн, школу, відповідно до статті 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, звіту фізичної особи підприємства Новікова ОП про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій об'єкту незавершеного будівництва, плавальний басейн, школи за адресою Одеської області, міста Теплодар, з метою уникнення травмування мешканців міста Теплодар, знищення осередка антисанітарії у центрі міста, Господарська міська рада вирішила. І ми пропонуємо, щоб вона вирішила. Ще раз, надати дозвіл на демонтаж об'єкту незавершеного будівництва плавальний басейн, школи за адресою Одеської області, міста Теплодар, який є майном комунальної власності територіальної громади міста та знаходиться на балансі управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради. Друге, управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради розняла скласти договір на виконання робіт з підрядною організацією на демонтаж будівельних конструкцій об'єкту незавершеного будівництва плавальний басейн школи за адресою такої. І третє, контроль, скласти договір, нічого нігде не оговарюється. Любой желаючий, який має ліцензію на виконання даного віду робіт, може прийти в управління майна, непосередньо начальнику управління майна, надати, і навіть може бути саме оптимальне буде написать на имя міського голови, що ми так хотим розібрати плюс демонтаж, і тоді, якщо ви зачтете нужен, буде какой-то, може бути, міні-конкурс, я не знаю, по закону вообще положен или нет. На даний момент я вам не знаю. Уважаемые господа, я думаю, на мой взгляд, что данное решение необходимо принимать, чтобы мы не теряли время. Вы не забывайте, если начнутся работы, позже, чем мы примем это решение, с оттяжкой на каникулы, потом на принятие решений. У нас осталось 2 месяца до начала учебного года. Эти все работы по демонтажу, а то, что его необходимо демонтировать, потому что там уже такое напряжение стен, что опасно, чтобы люди туда даже заходили, нам просто необходимо сделать. Так что я прошу поддержать вас это решение. Можно еще вопросы? Вадим Васильевич. Скажите, а реализация материала будет? Вот, как раз я хотела увидеть. Реализация материала. Когда будет, смотрите, когда происходит демонтаж, насколько вы понимаете, что есть строение, в него вложены какие-то средства, в него монтированы те же самые плиты, там какой-то находится, может быть, металлолом или какие-то металлические конструкции, ну, чаши, да, надо. Там очень много делового сырья. Смотрите, по демонтажу, вот, естественно, акт выполненных работ, где четко будет, это я вот, не то, что даже мое видение, это по закону так требуется, оприходовать утиль, который будет состоять из, может, там какие-то плиты, как при разбитии или демонтаже вот этого, какие-то плиты может сохраняться. Может, какой-то кирпич, который, ну, я знаю, что на сегодняшний день, по-моему, там по экспертизе, он уже вообще из себя никакой ценности не представляет. Тогда тот же самый металлический конструкция, который будет резаться, и будет уже предложиться в управлении майна, как утиль, как металлопрод. И в дальнейшем с целью продажи, а? Не, ну я говорю, я это,
Я думаю, что в это решение надо вот добавить тот момент. Я понимаю, что организация, которая приходит и демонтирует, они работы выполняют с условием того, что то, что можно будет извлечь рационального, полезного, они берут в счет выполнения работ. И это правильно. Потому что любой объект, он имеет балансовую стоимость, имеет свою цену, потому что мы должны сначала оценить объект, потом у нас должны, наверное, его купить, потому что это собственность городской громады. А вот если мы сегодня конкретизируем, что с возможностью выполнения работ в счет балансовой стоимости объекта, тогда это немного... Да. Это что вы подразумеваете? Взаимозачеты? Я подразумеваю, что когда будет, по-моему, такое предложение уже было, и оно было со стороны организации монтажной, разумное. То есть они оставляют нам площадку. А работы, которые они выполняют, то есть то, что они рационального из этого объекта могут взять, они берут в счет выполненных работ. Это происходит взаимозачет? Потому что установленный порядок, я еще, мы должны оценить объект, так? Да. Потом выставить его. Зачем нам его оценить? Ну как? Вы должны знать, какая его балансовая стоимость, что вы теряете. Смотрите, я вот, допустим, вам скажу, как я понимаю, как будучи главным бухгалтером, да, через которого пройдут, то есть, грубо говоря, давайте, ко мне. Я свое предложение высказал, что нет, я просто в проекте хочу... решение должно быть оговорено, то есть должны дать возможность какого-то маневра, потому что если мы в законном русле будем действовать, это на года программа. Я если мы просто все правильно говорите, как это будет документально, чтобы это было законно, мы все сделаем. Кроме того, что есть затраты на разбор, это же и транспорт, и то машины вывозить это надо, кирпич никому не нужен. Я еще сказал, а можно, допустим, тот кирпич, вот вы вывезете, раздробите, говорит, давайте, чтобы машина пустая не ехала, мы вам 250 кубов будем привозить сюда жерство, а назад будем вывозить. То есть, но это только обсуждается. Кто за данное решение взяти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. Хто за дане рішення? Ярослав Іванович, предложення. Я не знаю, як на це посмотрите. Давайте, наверное, все-таки вот здесь, вот в этом решении, скажем, проголосуем за то, чтобы назначить какой-то граничный срок управления Майнаж. Он не до 1 сентября это все делает. Хай там 2 недели, хай там будет до 15. Это не так. Это если ни одного не будет предприятия, они будут сами разбирать. Мы заинтересованы это запустить. Но есть же одно предприятие, есть. Еще будет Вадим Васильевич приведет. Они могут отказаться. Но могут. Нет, а что я тут говорю? Сегодня первое число. Что я говорю, что они же не знают, что надо максимум. Ну хорошо все. Ярослав Иванович, предложение, что разумеется. Нет, проект решения добавить. Нет, ну оно так есть, мы не можем сейчас это добавить. У нас просто будет какой-то. Ну хорошо, Михаил Васильевич. Захочет Вадим Васильевич, он говорит, что у него 4 есть предприятия, которые придут. Хорошо, сюда. Они приходят. Конечно. Тогда какого числа это будет? Неделя, две, сколько? Я же услышал слово конкурс. Кто первый придет, тот и начнет другой. Когда? Есть предложение, я понял. Есть предложение, что заявки принимаются. Кто будет выполнять услуги до такого-то числа? До 10-го, а до 15-го управление Майна уже должно это все сделать. Если, вот я за это и говорю. Если в решении, в нашем решении будет написано то, что озвучил Мирослав Иванович, тогда будет проще это все осуществить. А если да. Мы не вот это... Нет, ну законно что? Что? Михаил, какая организация придет сюда, на каких условиях для разборки? Что? Она приходит, например, вот бассейн стоит, она не разобрали, увезли, вывезли, сравняли, чистая площадка. Ну, их не нам что надо? Нам надо чистая площадка. Все. Мы не продаем. Я еще раз говорю. У нас есть выборы комиссии, что нам надо снести его, чтобы оно не угрожало жизни и здоровью наших детей. Михаил Михайлович, я не вам задал вопрос. Понимаете или нет? Я разговариваю вот с человеком-докладчиком. И говорю, если условия они ставят под разборку и привлекают какие-то организации, значит должны быть указаны условия той организации, на которые она должна согласиться или не согласиться. А не так. Вроде еще надо сам прийти разобрать по бассейн, оставить чистое место и еще денег заплатить за это. Естественно, когда будет начаться договор, вы начинаете подряд на организацию, я въехал.
Да вы, мне кажется, нужно прописать все условия, которые... Не могу. Перейдите к 30. Хорошо, значит, есть предложение на голосование. До 10 июля принимаем заявки на разборку этой организации. И до 15 уже начали с ним заключить. Кто за данное решение внести такую пропозицию? Какое? Пусть. Принимаются заявки до 10 июля принять заявки на разборку. И на своих условиях. На своих условиях. А дальше уже... Можно чем это прописывать в данном решении, когда объявляется, вывешивается на сайт управления Майна, пишет сроки принятия заявок. Это же, по-моему, не кажется, что нужно включиться юридический отдел, который не надо. Александр Анатольевич, ты против того, что я предложил? Пускай это будет твоим предложением. Нет заявок этих. Даже это не на месяц, на полтора. У нас ты сам говорил, что два месяца дети придут в школу. Нам за это время, а эта фирма, которая приехала вчера, они говорят, за два месяца мы сделаем чистое. Ну, я не знаю, конечно, сколько процентов. Вот и все. Про что мы спорим? То мы говорим о том, что нам надо отдать кому-то. Отдавали, приходили. У нас сроки есть, до какого времени мы принимаем заявки? Нет. Да нет, у нас там ничего. Смотрите, может 2 секунды, может я сейчас скажу глупость, но должен юридический отдел, наверное, посмотреть. Данный вид, вот демонтаж, вообще объявляется конкурс? Есть ли вообще такое понятие? Потому что я сразу еще говорю, я переживаю тоже как начальник отдела управления, да, как главный бухгалтер, который в первой проверке придут, естественно, ко мне и к руководителю, чтобы у нас, с точки зрения нашего бухгалтерского и другого учета, все было правильно и все было хорошо. А вот это вот, надо было до этого. Есть пропозиция просто проголосовать в силу. Кто за данную пропозицию? Прошу проголосовать. Кто за? Против. Отримався, рішення прийнято. Пахалюк не приймало участь. Але Вітрова взагалі предлагала розібрати, пойти депутатським корпусом. Так ти предлагала? Алла Вікторовна сидить і мовчить, Михайло Михайлович, а ви не мішайте ведению сесії. Это я мешаю? Да. Это я так работаю, Алла Вікторовна. Плохо. Любі, Тетяна Олександровна. Есть предложение лишить вас третьего. А, следующий вопрос. Шановні депутати, на ваш розгляд було надано проєкт рішення про приведення у відповідність до державної мови та затвердження номінувальних об'єктів основних засобів інших необоротних матеріальних активів та незавершеного будівництва, які знаходяться на балансовому обліку в управлінні майна та інвестицій депутатської міської ради. Ви розглядали це проєкт рішення, зауважень немає. Вкратце можу сказати, на чому він тут. Тобто ми... Управління майна організувалося, утворилося в 2003 році, естественно, тогда документы, акты прямопередачи, когда передавалось имущество, передавалось на русском языке. Что-то на русском, что-то на украинском. По прошествии, можно сказать, 14 лет, как существует управление майна, мы столкнулись с тем, что если идет какая-то продажа имущества основных фондов, незавершенного строительства, на сегодняшний день вся документация у нас идет на деловой украинской мове. И очень сложно, и нотариус просит и требует предоставить нам документ, как правильно тот или иной объект будет называться по-украински. Для того, чтобы во избежание каких-то неправильных опечаток или ошибок, то есть мы вынесли на ваш розгляд такие проекты, что если вы видели два додатка, первый додаток я давала, как он называется у нас на сегодняшний день по балансу на русском, как он висит на сегодняшний день по картотеке, по все по-русски, и тут же перевод на украинский язык, чтобы потом не было никаких нюансов, ни состыковок, когда будет оформляться свидетельство на это имущество, которое если будет, ну, так что вот такие вот было вынесено проект решения. Кто за данное решение взяты за основу, прошу голосовать? Кто за? Против? Отримался. Запитание. Кто за данное решение в цілому, прошу голосовать? Кто за? Против? Отримался. Решение принято. Спасибо за внимание. Побегайте. Добрый день, шановні депутати, головуючі. До вашої уваги поставлені проекти рішення. В зв'язку з невідповідністю цільового призначення в договорі оренди і в державному реєстрі вносимо зміни в договор оренди пункт 16. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Проє відділу земельних ресурсів виконавчого комітету депутатської міської ради і
готувати додаткову угоду до договору оренди землі. Гілці та лозі зареєструвати додаткову угоду до договору оренди землі згідно чинного законодавства. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. Запитання. Хто за дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Слідуючий. Значить, внести зміни до рішення Татарської міської ради та викласти в такій редакції. Надати дозвіл громадянину Вербовському Валерію Вікторовичу на виконання проєкту зміни устрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0029 га у власність, що розташована за адресою Одеська область, місто Теплодар, вулиця Комунальна, 15, пікап для будівництва індивідуального гаражу номер 26, блок 5. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу? Хто за? Проти? Утримався. Запитання. Хто за дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Слідуючий. В зв'язку з тим, що людина відказується від приватизації, відміняємо рішення Татарської міської ради, де раніше проходив по сесії. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Запитання. Хто за дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався. Рішення прийнято. Слідуючий. Два пакети. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Отримався. Запитання. Хто за дане рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Отримався. Рішення прийнято. Прохилюк не приймав. Слідуючий пакет питання. 17-22. 17-22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Пакет. Хто проти? Отримався. Запитання на даних питань. Хто за дане рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Отримався. Рішення прийнято. Слідуючі пакетні питання 23-31. Про надання дозволу на виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. Запитання. Хто за дане рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Різне. Хто має бажання виступити в Різне? Немає, я тоді є. Да. Я сегодня пришла, я больше, честно говоря, перед камерой сегодня хочу это. Вот я пришла сегодня с амброзией. Вот она та сейчас, которая безвредна, и ее легко вырвать. Она, корень вот ее очень простой. Я почему пришла с ней, жалко, что она увяла, я ее показать не могу. Потому что мамочки, гуляя на детских площадках, они говорят, если бы мы видели эту амброзию, мы бы ее вырвали. А август мы все будем сопливы от аллергии тогда, когда она цветет. Это ядовитое растение. Поэтому, Рома, я, наверное, прошу это вот слово, дальше я буду уже с неувядшей амброзией, чтобы показать людям, как она выглядит, и ее просто уничтожать, особенно после дождя, дергается очень легко, и мы тогда будем более здоровыми. Может, какую-то все-таки акцию как-то, я даже не знаю, но как-то с ней бороться надо. Раньше когда-то школьников выводили на борьбу с амброзией, вырывали ее, и она, а мы уже с ней все погрязли. А в августе? А вона не цвіте ще. Вона ще не цвіте, вона зараз не вредна. Ми вредніші. Ще не зазріла. Тому сесія, 11-та сесія Теплодарської міської ради 7-го скликання. Вважаю закритою. Я просто
Вона сіняла, її не видно. Вона дуже похожа на цвіток, вона похожа на чорнобривці. Я колись навіть її путала з чорнобривцями. Її треба дійсно. Я вже мамочкам казала, ми казали, якби ми бачили, то ми б їх виривали. І вона безвредна сьогодні абсолютно, а коли цвіте, ми всі потім ходимо з закритими носами. У нас, по-моему, сейчас меняется руководство ФРНР, и это не просто смена руководства, это приход коллектора для выбивания толпы, это о честности. Кто такой? Это уже приходит коллектора, уже все. Валик, если хочешь... А, и вот в виде его так выбор. Ну, подожди. Вот это будет цикл. Подожди, но завтра не будет, завтра не будет вообще у нас отделения. Прошу тебя, боролся говорить, никаких там коллекторов, там действительно новый этот самый, это его понты. А туда поднялся директор, сегодня последний рабочий день убивал. Завтра что-то касается коллекторов, я лично с ним разговариваю. Не, ну, лично, я говорю, сейчас не будет вопросов коллекторов. Я вот, если что, я обращусь. А мне месяц назад сказали, что в принципе прошли переговоры с причёсками.